подписывайтесь на мой канал. Приятного вам просмотра. И сегодня мы поедем в лес за грибочками. Мы уже в лесу. У меня есть ножницы и пакет. Сейчас буду их резать и потом кушать. Смотрите, какой я большой старый гриб нашла. И какая у него ножка жирненькая. Смотрите, какие красивые крупные грибочки. Особенно вот тот. Но мы их уже собирать не будем. Мы просто их снимем. Красота какая. Угу. Еще удача улыбнулась. Ты как настоящий грибник, да? Да. Ну, я только маленький Смотрите, прям грибница. Смотри, какие грибочки. Ой, ну это грибы сыроежки, насколько я знаю. Грибники, кто знает эти грибы, пишите. Может, мы ошиблись. Это что за гриб? Ну-ка, мы его сейчас режем. Смотрите, какой гриб. Большой гриб. На нем. Что это за гриб? Ножка толстая. Может, это шампиньон? Я их люблю пукать, но чем нажимать, они должны сделать. Попробуем. Еще увидели интересные грибы. Мне кажется, это грибы чага. И светлые, и мох зеленый. И что-то еще желтое. Раз, два, раз, два, три. Маша барабанщица. Грибы чага. И рядышком опята растут. Очень красиво и очень хорошо. А главное, свежий воздух. Кому нравятся грибы, ставьте лайки.
что это за грибочек. Посмотрите. А ну, ой, да, Маш, дай, пожалуйста, ножницы. Да. Ну вот мы его сорвали. Да, это самый настоящий маховик. Очень хорошо. Сейчас мы их соберем. Домики. О, какой красивый гриб. Ла-ла, у нас сегодня улов. Красота, да? И что мы за грибы нашли? Шампиньоны. Да, кто тоже любит осень, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами была Мария. Всем пока. До новых встреч. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.